Марка моторных масел Total Quartz представляет рубрику «Ралли «Шелковый путь». Минувшим днем гонщики преодолели третий этап. Позади остался российский участок маршрута. Дальше караван покатил по дорогам Казахстана. Первая остановка на этом пути – Костанай. Наш специальный корреспондент Александр Гришин следует за гонщиками по пятам и готов поделиться впечатлениями. Экипаж машины боевой в ралли-рейдах – это обычно два человека в автомобиле и три в грузовике. Какими бы подготовленными ни были спортсмены, без хорошей машины добиться серьезного результата почти невозможно. Как же относятся люди внутри к железному агрегату, что мчит их сквозь бездорожье к желанному финишу? Это наша самая любимая девочка, которую мы просто ее бережем. Она должна приехать в Пекин, показаться в Китае. Ну и поэтому мы не можем к ней относиться никак иначе, как вот просто мы на «вы», наша БМВшечка. Мужчины лелеют машину как любимую девушку. А что из себя представляет авто чисто женского экипажа на «Шелковом пути»? Наверное, это самая быстрая маршрутка в России, ну и, надеюсь, во всем мире, да? Для начала давайте откроем капот. Вот, я надеюсь, что вы видите здесь много всего интересного, но главное, что здесь нету мотора, здесь нету раздатки. Есть клаксон. Да, есть клаксон и есть подвеска, да, ну а что еще надо? Все за одного. Для того, чтобы автомобиль мог преодолевать хорошо бездорожье, мы перенесли мотор, раздатку, все в центр, в базу, да, для этого машины может легче прыгать, да, меньше трясет пилотов, лучше распределена нагрузка, быстрее входит в поворот, вот. В общем, здесь осталось, конечно, очень много всего серийного, но это все перемешано и сделано на спортивный лад. Мотор Cummins 2.8 с прошивкой, с родной. Вес автомобиля 2,5 тонны, и поэтому... Конечно, большая часть все равно приходится на передние колеса, да, это где-то порядка 1,5 тонн, то есть получается 1,5 тонны перед и тонна зад. Вот такой он ГАЗ «Соболь» 4×4 полноприводный. Настоящий мужчина. Все подробности ралли на sportbox.ru. Александр Гришин, Михаил Антонов, Никита Бородин, Кустанай, Казахстан. Все на матч.